Майк Штайнкамп уверен как минимум в двух вещах. Во-первых, он скейтбордист. Во-вторых, он христианин. Вот почему в 2010 году он основал служение с простой миссией. Так что я, будучи христианином и скейтбордистом всю свою жизнь, сразу почувствовал себя призванным донести до скейтбордистов послание Иисуса. Потому что это мои друзья, это люди, с которыми я общаюсь каждый день, и большинство из них не ходит в церковь, ничего не знает об Иисусе, ничего не знает об Евангелии. Так что я чувствую себя миссионером этой культуры. На своем веб-сайте и в различных социальных сетях он публикует видео о скейтбордистах, которые занимаются любимым делом. Кроме того, он делится своей верой, чтобы помочь другим скейтбордистам развить отношения с Богом. Я понимаю, с какими трудностями они сталкиваются с верой во Христа. Я понимаю эти вещи. Я понимаю культуру и то, что они слышат из мира скейтбординга, потому что я глубоко укоренен и связан с ним. Чтобы сделать христианское послание еще более доступным для скейтбордистов, Майк написал 14-дневную молитву для своего приложения Landing Bolts, доступного в магазине Apple. По сути, это просто моя попытка разбить отрывки из Библии и организовать их таким образом, чтобы их могли понять скейтбордисты, особенно скейтбордисты, которые не выросли в церкви или не имеют истории с Евангелием. Это служение стало результатом правильного ответа человека на призывы Бога. Это показывает, что миссионеры не обязательно священники или монахини, которые путешествуют в отдаленные уголки мира. Это могут быть парни из местного скейт-парка, которые просто делают то, что любят, но с уверенностью в том, кто они и за кем идут.